давно не попадал в неприятности. Все мои неприятности из-за тебя. Я борюсь за каждую жизнь. Уничтожаешь и даже не раскаиваешься. Твоей жизнью теперь управляю я. Теперь будешь дышать по моей команде. Это опасно для его жизни, я уже говорила об этом. Так не опасно, дай ему шанс. Твой брат будет жить, пока ты будешь делать то, что я тебе говорю. Я дам приказ, он выстрелит. Ты же убийца. Если это был один пустый черный дыр. Я тебе сказал не звонить, я тебе сказал не снимать. Ты знаешь, что делать. Ты хочешь? Притворяться и врать. Я хочу Ты не тронешь Настю, ее брата или Васю. Иначе мы с тобой окажемся по разные стороны баррикад. Навсегда. Если Владенко посадит Максима тоже, вам его не жалко? Жалко. По-человечески, как ты тут же демонстрируешь обратное. Я просто пытаюсь тебя защитить. Максим сдался.